Всем привет! Сейчас я покажу вам, как поменять испаритель и заправить картридж в Exit Grip Plus и Exit Grip Pro. Для начала снимите картридж и достаньте испаритель. Возьмите новый испаритель, хорошенько смочите его со всех сторон и даже сверху. Установите его в картридж. Откройте заглушку, заправьте картридж, установите его обратно на мод и подождите буквально пару минут, чтобы не сжечь новый испаритель в первые секунды парения. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.